2 апреля 1944 года. 1016 день войны. Сегодня в ходе наступления на Кишиневском направлении наши войска овладели районным центром Молдавской ССР, городом Резина. На Тираспольском направлении войска Красной Армии освободили районный центр Одесской области, село Ширяево. Партизаны разгромили вражеский гарнизон в городе Старый Крым. Патриоты освободили 46 заключенных советских граждан, взорвали склады с боеприпасами и подожгли здание комендатуры. Войска 1-го Украинского фронта заняли города Косов и Герца. Первый Украинский фронт. Маршал Жуков предложил окруженной 1-й немецкой танковой армии до конца дня сдаться в плен. В противном случае, заявлял он, армия будет разгромлена. А немецкие офицеры, взятые в плен, расстреляны перед строем в наказание за бессмысленно пролитую кровь солдат, доверенных им. На северном фасе окружения части 1-й немецкой танковой армии форсировали реку Серет и атаковали наши позиции под Бучачем. Народный комиссариат иностранных дел отдает приказ советским частям, ведущим бои на территории Румынии, преследовать врага до его разгрома и капитуляции. За отвагу и геройство, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 14 партизанам Ленинградской области присвоено звание Героя Советского Союза.